Добрый вечер всем. Спасибо большое, что пришли, дождались наконец начала. Сегодня мы сыграем с ребятами мою авторскую программу. Многие песни были написаны в разные времена, написаны они. И перед каждой композицией я буду немного рассказывать. И первую мы сыграем в трио с ребятами, с Дашей Шор на контрабасе и Максимом Фроловым на барабане. Называется она «All for One and One for All», что означает «Один за всех, все за одного». Эта композиция посвящена дружбе в общем и, в частности, дружбе между музыкантами крепкой и удивительной. Thank you.
композиции я хочу пригласить ребят на сцену. Ребята. И это Роман Квачев, труба. Александр Мурашкин, гитара. И Юрий Севастьянов, тенор, саксофон. Композиция называется «Паутина». А можно представлять себе и паутину, которую плетет паук, и паутину, которая интернет-паутина, да, сеть затягивающая. Thank you.
Thank you.
внутреннего мной фильма «Одержимость» про барабанщика, который попал в очень крутой оркестр и одержимо занимался на своем инструменте, что дошло практически до безумия. Пришло название следующей композиции «Одержимость». Мы будем рвать руки в кровь. Thank you.
всех почему-то вызывает разные ассоциации и эмоции. И не найдя какого-то общего названия, я решила назвать ее «Make your choice». Сделай свой выбор. Thank you.
называется она... Это вопрос. Is it an illusion? Это иллюзия? Вот это про иллюзорность жизни. Thank you.
Меня очень интересует культура Востока, обычаи, духовная жизнь, боевое искусство. И очень хотела бы побывать в Китае, в знаменитом монастыре Шаолинь. И следующая композиция, она посвящена жизни и пути монаха Шаолинь. Называется «Шаолинь». Thank you.
последняя композиция, которую мы исполним, называется «To be continued». Продолжение следует. Thank you.
Гордея у нас. Роман Ковачев. Юрий Севастьянов, саксофон. Александр Мурашкин, гитара. Дарья Шор, контрабас, бас-гитара. Максим Фролов, барабан. И я, Рамина Мишина. Спасибо большое, спасибо всем, что пришли. Приходите еще потом, на следующий концерт. Спасибо большое.
Thank you.